Здравия желаю. Много было вопросов по схеме батарейки умножения тока. То есть метод умножения. Сейчас вот схему покажу поподробнее. Значит так. Вот она. Схема. Так. Батарейки. Первая батарейка, вторая батарейка, третья батарейка, четвертая. Соединяем. Здесь плюсы. Параллельно. Плюс к плюсу, плюс к плюсу, плюс к плюсу, плюс к плюсу. А здесь вот выводим провод. Соединяем от него, выводим. Также здесь минусы с этой стороны. Минус к минусу, минус к минусу, минус к минусу, минус к минусу. Выводим второй. И то же самое здесь. Плюс, 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 минус, минус. И соединяем. Все. Вся схема. Батарейки должны быть одинаковые по емкости. Здесь 3,7 вольт, здесь 1 вольт. Так, а получаем после соединения минут через там 20, а то и 10, получается на обоих по 3 и 5. Спрашивали, один написал, значит, или там девушка, что, мол, напряжение-то выросло, а вот нагрузку подключи. Нагрузку подключал, тоже лампочку на 5 ватт. Горело одинаково времени, что вот это, что вот это. Чтобы заряженное от просто, простым методом, что заряженное таким методом. Но получается вдвойне. Сегодня, значит, зарядил и третью таким же методом. От этой же. Четвертую не пробовал, у меня нет пока. Хороших четыре. Вот такая схема. Почему здесь происходит так? А потому что здесь один, а здесь 3,7. Разность потенциалов большая. Тут тепло, тут холодно. И получается, что генерируется ток. При встрече вот этим с этим, холодно с теплым, генерация тока идет. Вот здесь они встречаются. Генерация тока идет. Здесь вот неправильно немного. Ну ладно. Здесь вот плюс, наоборот. А здесь вот минус. Поправим сейчас. Здесь вот минус. Ошибка. Здесь вот минус. А здесь плюс. Значит, генерируется вот это плюс. Разность. И получается вот здесь вот они встречаются. Вернее, они не встречаются. Вот это туда идет. Вот это туда идет. При этом вырабатывается тепло. То есть они служат как генераторы. Получается, значит, генератор. Но если это на другой, допустим, на лампочке так сделать, то и уйдет в тепло. Понимаете? То есть сюда уйдет, во внешнее тепло и все. А в батарейках это проходит, потому что все тепло, которое генерируется от разности, здесь 3,71, все тепло поступает в батарейку, в эту и в эту. То есть здесь становится горячо, в обоих батарейках, значит. Становится горячо, то есть идет заряд. В конце ток выравнивается, и заряд одинаков, что тут, что тут. Но как бы вот, по воде вам еще сейчас покажу, по воде, кто не понял. Чтобы понятнее было, как это происходит. Вот вода, допустим. Один сосуд с водой.
Здесь воды вот так вот, по эту риску. А вот второй сосуд с водой. Сосуд с водой. Здесь вот по эту риску. А здесь трубка. Вот отсюда трубка. Вот она будет течь туда. То есть где больше воды, туда и течет. Но вода-то она не воспроизводится, потому что она холодная, что это, что это. А тут энергия, тут энергия, тут мало энергии. И вот между двумя энергиями генерируется тепло. А так к ему идти некуда, как если в случае с лампочкой или с другим предметом, оно, значит, может просто обогреть воздух, а ей здесь идти некуда, вот по проводам она идет туда и туда. Потом оно сравнялось, за это время оно сравнялось, и оказалось по 3,5 в этом и 3,5 в этом. Не, по, не только напряжение, но и емкость, как на 3,5. То есть, как вчера показывал, 24 вольта это полное, ну, значит, где-то по 22 ватта. 22 ватта это 24 ватта полное, по 22 ватта в этой, по 22 ватта. А до этого было, значит, здесь примерно 5 ватт, здесь 24 ватта. А стало по 22, видите. И третью еще заряжал, то же самое. Не знаю, еще надо батареек, чтобы насколько вообще хватит. Штуки на 3, может, и больше хватит. Ну вот схемка. Пробуйте, проверяйте. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. Победа, значит, за нами будет.